Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче, поехали». Генштаб заявил, что авиация НАТО отрабатывает удары по Беларуси. Задействован весь арсенал, от беспилотников до самолетов стратегической разведки. Глядишь, таким образом и до сигналов воздушной тревоги недалеко. 7 тысяч новых семей появилось в прошлом году в Гомельской области, а если быть точным, 6996. Как правило, мужчины женятся в 28,5 лет, а девушки выходят замуж в 26 лет. Что примечательно, год от года этот показатель только растет. Без свадьбы только мухи женятся. Вчера около 30 велосипедистов собрались на одном из минских водохранилищ. Чуть позже компанию им составил ОМОН во главе с Дмитрием Балабой. Сразу 5 бусов. В итоге любители активного отдыха задержали, как и их велосипеды.